Всем привет, дорогие друзья, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и у нас продолжается рубрика «Беглый взгляд», на очереди игра «Karos Online», многопользовательская игра, снова, да-да-да-да-да, MMORPG со своим фантастическим миром, со своими заданиями, квестами, прокачкой, оружием, магией, всем остальным. Так, выбор мира. Я вообще не играл, друзья, поэтому давайте выберем, ну, допустим, этот. Давайте, первый канал. Не знаю, что это. Вообще не играл. Только проверил звук немного, и все. И создал персонажа по-быстрому, и все. Alexa SG. Вот видите, да? Так что давайте новый персонаж создадим. Так, паладин, мечник, лучница, ведунья, чародейка, бродяга, канонир. А давайте канонир, друзья, а? Как вы думаете? Интересный дядька с пушкой, а? Далее. Так, имя. Давайте, Гимли. Почему-то он мне его напоминает. Яйцо. Ну, допустим. Ну, он с красным носом, нормально. Стрижка. Давай, настоящий гном. Цвет волос. Ну же. Почему не могу выбрать цвет волос, а? Расово лиси. Цвет волос не могу выбрать, друзья. Ну ладно. Специалист под оружие. По оружию, работающему на дымном порохе, например, оружием и артиллерийским орудием. Канонир обладает уникальным набором ремесленных навыков, которые в дополнение к мощным оружейным атакам позволяют использовать в бою и другие устройства. Однако игроку придется потратить целое состояние, чтобы полностью реализовать и отточить все навыки канонира. Канониры могут повысить свой уровень до метких стрелков, которые специализируются на атаках из ружья с расстояния, или стать инженером-мастером по изготовлению и установке механизмов военного назначения. Создаем. Блин, Гимли уже есть. Давайте, Гимли SG. Сдать. Ну что, Гимли SG, давай, погнали. Игра. Музыка громкая, я ее не могу никак убрать. Ну, в смысле, понизить громкость, поэтому немножечко приходится повышать голос. Не могу ждать тебя здесь, потому что они продолжают двигаться. Встреть меня в Мироде. Увидев дым над деревней, я со всех ног поспешил назад. Но было уже слишком поздно, деревню уничтожили. Мои друзья погибли. Лео вернулся в деревню раньше меня. Когда он увидел, что случилось, он написал записку и отправился следом за ними. А теперь я последовал за Лео Део. За Лео до Бернео. Такая предыстория. Так, вот наш Гимли. Настройки крика помощи, вознаграждение, опыт, карат, вознаграждение, закрыть. Так, ну давайте осмотримся, что ли. Так. Ходить так, поворачиваться так. Ну что ж, это уже удобнее, нежели в предыдущий раз мы. Forsaken World, я не мог никак привыкнуть, да, к управлению. Так, что у нас здесь? Побежали куда-то. Давайте хоть поговорим с Доминго. Он со старцем поговорим, что он нам скажет. И да, друзья, ссылка в описании для тех, кто хочет помочь каналу, либо игра понравится. Так, ну, Доминго. Приветствую, воин. Для меня большая честь встретить тебя. Добро пожаловать в мир Карос. Не сомневаюсь, долгое путешествие утомило тебя, но у нас не так много времени. Я дам тебе простое задание. Чтобы принять задание, нажми кнопку «Задание». Задание. А, крик о помощи, это есть. Эй, я здесь, подойди, пожалуйста. Продолжить. Принять. Ну.
Задание. Я волновался, что ты меня не услышишь. Спасибо. Получить награду. Так, защита фермы. Цель. Последнее время я никого здесь не видел. Я хочу попросить об услуге. Недавно стая малых пауков устроила себе гнездо на одном из моих участков. И теперь портит мои драгоценные тыквы. Пожалуйста, избавься от них. Убить двух малых пауков. Вознаграждение. Маленькое зелье маны, маленькое зелье здоровья. Так. Ну что, отлично. Пойдем уничтожать пауков. Здесь почтовый ящик, вот они. Я так понимаю, да? Ну, судя по всему, да, ну. Бам! Ох, канонир, а. Мазила, правда. Так. Сергей 07, не стой там под стрелой. Ой-ой-ой, промазал. Да ё-моё. Серёня. Так, есть контакт. Я все-таки все равно не понимаю, мне задание-то активировалось или нет? Нет права на захват трофеев. Отлично. Так, подожди, Домито. Приветствую, воин. Задание. Защита фермы, но... Продолжить. Получить награду. Добро пожаловать, это справочное руководство. Оно поможет новичкам в мире Карас пройти несколько первых уровней. Игроки могут воспользоваться руководством до уровня 6. Рекомендация от Доминго. Ты ищешь того, кто проходил по этой дороге, да? Отправляйся по этой дороге на север, и ты увидишь человека по имени Салли Бент. Он владелец фермы. Поговори с ним, он всегда там, поэтому любит, видит любого, кто проходит мимо. Любит любого, кто проходит мимо. Салли Бент. Продолжить. Поговорить с Алибентом. Принять. На север, говоришь? А я иду на юг, да? На север, так на север. Там драки продолжаются у нас, но мы не обращаем внимания. Малые пауки здесь повсюду, да? Так, вот он, Алибент, да? У нас обозначается на карте все-таки. Ну что, Салли Бент? Разве ты не видишь, что нас окружили монстры? Помоги мне, а потом уже задавай вопрос. Где? А, вот эти медвежонки, что ли? Ну ё-моё. Давай. Ох, канонир, а. С расстояния можно убивать. Это радует, на самом деле. Да ё-моё, я не могу взять. Ладно. Последний остался. Нет, они появляются, да ё-моё, ну сколько можно? Салли Бент. Убить совиных медвежат. Продолжить. Принять. Я же убил. Странно. А, ладно, еще раз. Опа. Ботинки какие-то выпали.
Так, ну что-то мы сразу принялись за миссии. Давайте хоть посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ну как слева, жизнь, мана, выносливость, или что это, третья полоска. Что-то типа того. Сверху опыт у нас. Да, так, здесь у нас силовой удар, первый уровень. Тип навыка урон. Цена 2, используемый предмет, магическая пуля, зона действия 16,5 метров. Так, флета, ян, инь, воздух, огонь, дерево, действие. Смех, странно, ладно. Сбор трофеев питомцам. Питомец собирает предметы из-за хозяина. Тоже питомец есть, как в Forsaken World тоже. Атака выбрана, в общем-то игра похожа. Атака выбранной цели, да. Поднять предмет, выбрать следующего ближайшего монстра, открыть окно ремесла. Та-та-та-та-та-та-та. Ладно, закроем. Убить совиных медвежат. 2 из 3, вот они, задания, это ё-моё. Так, ну давай. Последнего. Эх, медвежата, медвежата. Жалко мне вас. Ладно. Вроде сделали. Солибент. Сделали же. Так. Получить награда. Послание от Солибента. Эти малые пауки и совиные медвежата появились просто ниоткуда. Возможно, между их появлениями есть связь. Отправься в город и расскажи эту новость Килиасу. Все, что здесь происходит, докладывается ему. Возможно, у него ты найдешь и ответ на этот вопрос. Ладно, я схожу. Давайте побегаем, что ли, хоть. По миру. Так. Вообще, как нам в инвентарь? Информация о гильдии. Имя гильдии, магистр гильдии, офицер гильдии, уровень гильдии, ранг гильдии. Почему-то обрезано. Странно. Выйти из гильдии. Но мы ни в какой не состоим. Выходить неоткуда. 1, 2. Изготовить предмет можем. Не из чего нам изготовлять пока предметы. Так. Что еще можем? Так. Ученик, поиск отряда, список заблокированных. Так, йо, это сообщество, ладно. Вот рюкзак. Материал для ремесла. Инструкция по созданию изделий из флетты. Важная составляющая для их изготовления. Ладно. Ботинки богомольца. Может, оденем? Мена, нет, выбросить я не хочу. Недопустимый класс. Требуемый уровень 5. Ага. Ладно, ясно все. Окей, окей. Окей, говорю. Так, ну понятно, правой кнопкой бить, там использовать магическая пуля. Не можем. Что сделал? Неважно. Что-то сделал. Подарки какие-то. Ваш уровень не соответствует, да? Ну понятно, требуем уровень 5 опять. А у нас какой? А у нас 3. Ну да ничего. Сломанная челюсть. Можно продать торговцу. Можно продать торговцу. Ну есть торговцы здесь, как обычно, можно все это продавать. Так, Бернео номер 1. Пожалуйста, войдите. Список. Здесь вы можете получить одну награду в день. Расходник высокого качества. Увеличивает силу атаки. Ну что, я беру. Тихо. Закрыть. Ладно. Запустить поиск пути. Угу, ясно. Да нет, сами найдем уж. Что уж нам. Так, силовой удар, уровень 1, ремесло. Вот здесь все показано. Атака выбранной цели. Цель выбрать следующего монстра. Ага, ну-ка. 4, 3. Да, так легче, наверное. Да, так действительно легче это все делать, не мышкой. Стреляй, стреляй! Опять у нас что, поднять предмет?
Давайте все соберем, что выпало. Вот этот не могу собрать почему-то. Ладно, у нас уже 4-й уровень. Куда пойдем? Да пойдем. Ух ты, замок. Давайте туда пойдем. Обежать как-нибудь можно? Прыгать вот можно, знаю, да. Что с прорисовкой? Все нормально. Нам, по-моему, туда и нужно в город ведь, да? Нас туда ведь и отправили. Вроде как, да. Стражник. Здравствуйте, ребята. Пропустите канониров. Борнео. Замок Мирот. Так, ух, тут народу-то, ё-моё. Торгаш. Ну, неплохая прорисовка, неплохая графика для ММО-РПГ подобного. Так, хранитель подземелья, телепорт. Имперский купец. Но если влиться в сюжет, влиться в атмосферу и проходить здесь, выполнять задания, прокачиваться, я думаю, может интересно быть. Так. У нас беглый взгляд, я напоминаю, надо бы что-нибудь еще посмотреть. Ну-ка, в дверь могу зайти, нет? Нет. Опа. Опа, видали? Опа. Сквозь стены проходим. Отлично. Еще такая у нас способность есть. А вот здесь не могу. А так хотел внутрь зайти. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, канонир, а? Ну-ка, давай, три. Сначала достанем оружие. Ага, мы не можем использовать здесь свои навыки. Ну, понятно. В городе открывать пальбу не можем. А жаль. Опять-таки. Имперский купец. Ну-ка. И ничего, да? Окей. А с тобой? Я могу переместить тебя в катакомбы Люперской капеллы, но тебе понадобится пропуск, чтобы войти в подземелье. Продолжай помогать горожанам, кто-нибудь может дать тебе пропуск. Ясно все с тобой. Чиновник, ну-ка. В этом мире таится множество секретов. Ты поможешь мне раскрыть их? Нет. Не сейчас, друг, не сейчас. Так, ну в целом, да. Игра похожа на Forsaken World. MMORPG. Убийца времени. Ну-ка, почтовый ящик. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Награда за посещение. Этот предмет является наградой за посещение. Получить все. Отлично, получили. Да, используем. Дух воина. Увеличена сила атаки, там еще что-то, еще что-то. У малого паука сейчас. Невозможно перейти в режим боя, да ладно. А как мы его убивать будем? А, ладно, он в текстуры уполз, друзья. Уполз в текстуры. Зашибись. Степной пес. Ну-ка. А он вражеский или нет? Да, враг. Ну что, давай, друг. Минус. Минус. Собираем. Собираем, говорю. Отлично. Ох, тут можно прокачиваться. Просто стоишь и прокачиваешься, и прокачиваешься. Так. После приобретения навыка он может быть зарегистрирован и использован на оперативной панели. Для этого откройте окно навыков, клавиша К, и притащите значок требуемого навыка. Па-па-па-пам. Навыки. Какой навык мы открыли? Навык. А, вот как это делается, да? Следующий уровень, 6-й. Навык. При получении нового уровня дается очко навыка. Очки навыка позволяют приобретать новые или улучшать уже умеющиеся навыки. Применить навык можно с помощью горячих клавиш. 1, тильда, плюс. Для этого переместите значок навыка на оперативную панель. Сюда вот, я думаю, его надо переместить. Вот сюда вот. Да.
Ну-ка, давайте 6. 6, да блин. Выйдем из города, ладно. Ну, обозначается, кто торговец, кто дает задание, кто там что. Симак? Ух ты, ё-моё. Серега, что ты делаешь? Ну-ка, 6. Тебе помочь? Ладно, сам справится. Херов. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом закончим. Такой беглый-беглый взгляд по игре. В принципе, я думаю, всем понятно, что это за игра. Кому такие нравятся, еще раз повторюсь, ссылка в описании. Ну, либо те, кто хочет помочь каналу. Ну, а я прощаюсь, друзья, с вами. Я думаю, что скоро уже будут не только онлайн-игры, MMORPG и тому прочее. Будут и игры с одиночным режимом и так далее, и так далее. Ну а пока я прощаюсь с вами. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.